Сегодня мы подводим итоги, уже ставшей частью истории, зимней бизнес-спартакиады. И выражаем огромную благодарность организаторам соревнований, администрации города Владивостока и партии «Единая Россия». Ваши аплодисменты, друзья! Достиг того, что сегодня получит награды. Планируем открыть 7 новых стадионов пришкольных. Плюс откроется физкультурно-оздоровительный комплекс на Снеговой Паде, концертно-спортивный комплекс на Садгороде. Это большие сооружения, которых никогда не было подобных во Владивостоке. Сегодня закрытие бизнес-спорт-олимпиады. Мы занимались размещением баннеров под закрытием. Сейчас награждение проходит, ждем, помогаем. Все это происходит во Владивостоке. Наша задача сделать так, чтобы массовым был и доступным спорт.